Ребятки, всем привет! У нас 7 мая, неделя последняя. Давайте продолжим. Все-таки проектировщики лифтов у нас молодцы, учли дополнительные нагрузки. Не уверен, правда, что от большого ума, а скорее для подстраховки, но сегодня этот запас тебе очень понадобится. Тема дня – похоть. Некоторые существа попадают к нам в окружении прекрасных девиц, и нам придется прекратить их безудержное веселье, отправив их всех в ад, на бал к Люциферу. Вот так все просто, мой дорогой жнец, начинай. Ах да, мы обнаружили странную активность, которая проявляется в вмешательствах извне. Существа, именуемые похитителями, крадут клиентов прямо из-под носа жнецов. Принимай свои решения до того, как это случится. Ничего себе. Так, 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 маска у него была, точно. Так, в рай. Так, вот это вот. Так, 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 рай. Ад. Да, так, рай. Блин, там еще этот. Так, купидоны. Рай, по-моему, да. Так. Чистилище. Пропусти меня в рай, дружище. Так, это ват. Корона, ват. Гордыня. Рай. Шляпа. Так, смотрим. Рай. Ад. Рай. Так, 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 так. Так, этот. Чистилище. Еще один будет. Так, это ад. Какой-то там этот. Чистилище. Так. Рай. Рай. Ад. Рай. А, если у него убирается, точно-точно это ад. Эпидемия медвежьего гриппа в Сибири. Похож. Это, по-моему, он. Это ват. Ват. Ешь грешников. Так, ты не лучше остальных, хорошо. Так, чистилище. Ад. Он, походу. Ад. Так, понеслась. Четверочка, двоечка. Точнее, наоборот должно быть, да? Двоечка. За ней должна быть четверочка. А, нолик, нолик, нолик. Да ё-моё. Наоборот. Наоборот сделал. Так, секунда. Не успею, наверное. Во, успел. Фу. Ад. Так, чистилище. Чистилище.
Давайте еще. Не знаю. Отказ от гордыни. Так. Вот. Работа выполнена. Так. Будничный герой. Хорошо, повысили нас все-таки. О, давайте купим это. У нас тут есть деньги всякие. Попробуем, что это такое-то хоть. На Б, кстати, сдали и, в принципе, прошли. Погнали дальше. Сегодня я хочу преподать тебе полезный урок и развить твою внимательность. Близится твой последний день испытательного срока и выпускной экзамен, поэтому попробуем что-то действительно новое, запутывающее и одновременно простое. Как ты помнишь, несмываемую кровь на теле – это признак ада, а смываемое – чистилище. Отныне, если ты будешь внимательнее, под этой кровью ты можешь обнаружить пылевые отверстия. Это значит, что существо было убито. И кровь на теле его собственная, поэтому тебе придется смотреть на остальные признаки. Угу. Его собственная. Так, значит, его собственная, и он, значит, попадает в рад, да? В рай. Так, чистилище. Так, 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 так. Вынул стрелу из головы, оказывается, от рая. Нет. Вот. Рай. Ват. Ват. Давай, давай, давай. Вот описание. Кровь под ногами смылась. В чистилище. Да. Чистилище. Ват. Раюшка. Вот он, да? Вот он, куда его? В чистилище. Ну, что-то не похож. Ну, а все равно, в принципе, в ад. А, вот он, это он и был. Понятно. Раюшка. Вот. Ой. Блин, грибосы не подходят, только, короче, курицу надо. Хоббиты? Какие хоббиты? Так, сюда. Вот. 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 Чистилище. Вот. Вот он, 100%. С палкой. Вот. Хэллоуин. Хэллоуин, Хэллоуин. Так. Агрессия, агрессия. Ух ты какая. Рай. Вот. Вот. Так, чистилище. Чистилище. Вот. Вот он. Вот его. Вот. В раюшку. Блин, крыс. Вот. Рай.
Вот. Рай. Так, чистилище. Рай. Чистилище. Еретик стража. Так. Офигеть. Офигеть. Ну, прошли. Да, новые клиенты. Если мир таков, каков он есть, это не значит, что он останется таким навсегда. Голод и чума воспользовались манией человечества к поддержанию стройной фигуры тела и различным диетам и успешно уменьшают поголовье людей с помощью жиросжигающих таблеток для фитнеса. Особенность их такова, что они сжигают абсолютно весь жир в организме, что ведет к летальному исходу, а это сказывается на нас, жнец, и на количестве нашей, то есть твоей работы. Поэтому предлагаю сбросить на планету, например, Луну. Хотя мы можем просто заменить таблетки на настоящие, менее вредные. Как тебе, ты в деле? Так. Нет. Давайте попробуем разочек отказаться. Одноразовые. Давайте получим так. Так, тематического дня. Ладно, погнали. 45-й. Ложь не всегда во благо, жнец. И я не хочу врать. Тебя ожидают большие трудности, но не сегодня. Сегодня все прочие существа, которые готовы расстаться своей маской и поразмыслить над честностью и правдой, должны быть отправлены в чистилище. День начинается. Что это у него в руке непонятное? Я не знаю, это на оружие, что ли, это? Да вроде не похоже. Так, пулевое отверстие. Рай. Так. Отказался от гордыни. Крепко держит книгу сатаны. Нет. Раюшка. Так, там тоже какая-то кепка была. Рай. Так, это рай. Так, это рай. Вот он. Это ват. Тоже с какой-то хренью там будет. Чистилище. Что за ловушка? Рай. 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 Щипать себя бледный не хочет. Чистилище. А кровь на теле исчезла. Вода. Так, 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 тут какой-то бензопилой, что ли, или кто там? Или этот фараон, что ли, какой-то с кровью. Так, ладно, это рай. Так, чистилище. Вот он. Рай с бутылкой, короче. Добрый. Обжорство. Агрессия, агрессия, агрессия. Не, это точно не то. Но это... Ай, ват, ват, ват надо было. Блин, да что ж такое? Катастрофа, орки рулят. Ничего себе. Ать не успел, да?
Похож? Мне кажется, похож. Да, агент Парадокса. Какое-то оружие. По идее... А, нет. Нет, нет, нет. Так. Чистилище. Еретик был, да? Ничего себе. Угу. Чистилище, правильно. Так, чистилище. Рай. Так, вот тогда. Ать. Не туда. Вот. Тогда вот. Так. Отказ от оружия, но у него же следы были. У нее уже были следы этих. Как они называют-то? От пуль. То есть его убили. Ладно. Тогда будем учитывать это тоже. Да, пройдено. Так, 46-й. Ненавижу клоунов. Отправляй их всех в ад. Приступай. Тут толстяк там будет какой-то. Вот. Не, ну это явно не он. А, так, отказался от гордыни. Нет, не отправлять в ад. То он, нет, 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 нет. То в ад. Нет, точно нет. Чистилище. В ад. Вот он, чистилище. Так, пробитый в голову. Чистилище. Ват. Ват, конечно же. Рай. Чистилище. Ват. Пробитый в голову. Чистилище. В шляпе будет. Чистилище. Чистилище. Рай. Ох, эти ключи. Тройка у нас здесь, да? Блин, на одну ошибся. Единичка нужна. Так, единичка, единичка. Так, здесь. Не, не успею. Ладно. Так. Оружие. А, кровь на теле, ничего себе. Давка в фастфуде. Вот так, рай.
Вот. Чистилище. Рай. Чистилище. Чистилище. Вот. 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 Ага. Рай. Того в рай надо будет отправить, да? Ну вот он и есть. Вот. 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 Рай. Вот. Вот. Чистилище. Вот. Рай. Чистилище. Чистилище. А, это все надо убить, да? Приоритика. Там что-то непонятно. Надо посмотреть. Походу их сразу в ад надо. Второй раз уже ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Давайте купим. Сорок седьмой. Так, а где здесь у нас справочник? Давайте-ка посмотрим. Умные страницы. Вот, кстати, здесь все прям описание и очень, кстати, удобненько. Тут прям пишется. Да, вот прям полностью инструкция. Очень классно. Так, и вот, кстати, описание вот этих вот чувачков. Смерть твой босс, голод моя война, конкуренты босса. Так, а нас интересует, конечно же. Так, 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 сейчас найдем. Вот, кстати, по поводу еды. Но здесь только вот получается курица. Так, 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 так. Вернее, выполни его задание по устранению ошибок других жнецов. Хорошо. Так, так, так. Где же у нас этот еретик? Сейчас, по-моему... Вот, стоп. Отправляй их рад. Если найдешь признаки чистилища, то только в ад. Угу, признаки чистилища. Еще парочка будет. Понятно. То есть, если это в одеянии какого-нибудь священника, и у него там, допустим, кровь смылась, то в ад. Перед тем, как мы приступим к решающим дням твоего испытательного срока, нужно полностью очиститься. Не нам, а нашим клиентам, хотя и твой ум должен быть чист. К тому же, не хотелось бы заполнять ад придатками похоти, так сказать, Идем баланс в предстоящей битве, поэтому все существа, которые найдут в себе силы отказаться от своих похотливых подружек, должны быть отправлены в чистилище на перевоспитание. Погнали. Так,
здесь с мечом, да? Так, это трай. Угрожает ножом. Нет, конечно. С ножом какой-то. Там и кровь под ногами будет. Так, чистилище. Ват. Чистилище. Так, чистилище. Так, рай. Вот он. Водульку. Так, тут с чемоданчиком каким-то будет. Вот, это он. Чистилище. Так. Что-то у него на голове и чемодан. Вот. Чистилище, вот. Господи. Чистилище. Так. Пятерочка, 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 нолик и единичка еще нужна, да? Так. Давайте сделаем вот так. Пятерочка. А, нолик, нолик здесь. Нолик тогда сюда. Так, давайте вот так сделаем. Единичка, пятерочка, четверочка. Так. А, вот оно что. Четверочка. Здесь четверка, пятерка получается. Да, все правильно. Так, стоп. Четверка, пятерка. Так, двойка сюда. И вот все. Фу. Так, здесь у нас на башке что-то. Так, секунда. Так, это рай. А, отказ от похоти, точно. Ват. Ват. Рай. Ват. Ват. Космодесант и другие. Так, опять у меня что-то соседи делают. Так, это рай. Это ад. Это рай. Рай. Ват. Ват. Рай. Ват. Чистилище. Потрясающе, хорошо. Вот он, ад, походу. Ну-ка, давай попробуем. Да, ад. И вот еще один, ват. Ват. Рай. Ват. Нет. Кровь на теле... Кровь на теле исчезла, думаю, его в чистилище. Нет. Опять. На голове корона, кровь под ногами смылась. На голове корона, кровь под ногами смылась. Нет. Рай. Ват. Ват, конечно же. Ват. 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 Чистилище. 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 Рай. Все. Так, бедность на один признак меньше на каждом клиенте. Давайте купим 60 дополнительных секунд на уровень. Давайте.
48. Очень важный день сегодня, жнец, второй по важности. По заданию вышестоящим начальству мы начинаем подготовку к апокалипсису, но хоть день и важный, но не самый сложный. Всех воинственных демонов отправляй к Люциферу в ад. Архангелов, ты их узнаешь, в рай. Хорошо. Это все, приступай и не подведи. Так, это какой-то тут будет, понятно. Так, ну это раюшка. Рай. 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 Ад. Рай. Ад. 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 Вот он. Ад. Ад. С башкой демона. Ой, случайно нажал, блин. Чуть-чуть, блин. Так, у тебя что? Вот. Рай. Вот. Так. Кровь на тебе исчезла, отказался от гордыни. Нет. Раюшка. Вот он, наверное, да? Рай. Гордыня. Это не он, значит, был. Офигеть. А-а-а. Так. Все, собраться. Чистилище. Вот. Вечеринка пиццы у мафии. Так. Чистилище. Рай. Вот. Рай. Рай. Ртуть невкусная. Вот он, наверное. Он? Да. Так, вот это чистилище. Чистилище. Вот. Рай. Так, 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 так. А, показал, вынул стрелу из головы. Нет. Чистилище. Ад. 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 Рай. Чистилище. Ват. Рай. Ват. Ват. Все. О, оценка А у нас. Ничего себе. Ну, мы там даже случайно один раз нажали. Ну ладно. Давайте купим. Go, go, go.
Итак, аттестация успехов и окончания испытательного срока. Твои действия, несомненно, внесли какой-то вклад в общее дело. Далее приведен подсчет твоего персонального итога сотрудника, от которого будет зависеть твое положение в Apocalypse Inc. Влияние всадников. Мудрый наставник, ты с достоинством перенес в бремя помощи своему подопечному и помогал назойливо звонящему стажеру. Количество успешных и своевременных ответов 101. Катастрофа. Неожиданно работа, навалившаяся на тебя, не стала преградой на пути твоего карьерного роста. Количество важных и успешно пройденных катастроф 20. Документы, пожалуйста. Твой вклад и предотвращение нелегального ввоза товаров конкурентов воистину огромен. Количество попавших к тебе, но не прошедших мину контрабандных сейфов 20. Добро пожаловать в ад. Желание помочь твоему работодателю не пасть лицом в грязь на виду у конкурентов достойно большей награды, чем мы можем себе позволить. Успешных поездок в ад 5. Отличник своего дела. То, насколько успешно ты справлялся с задачами на протяжении каждого твоего рабочего дня, наконец-то пригодилось при подсчете итогов жнец. Средняя оценка дня B+. Карьерный рост. Так как твое звание, которое ты заслужил во время испытательного срока, будет обнулено при принятии тебя в штатную должность, обычным жнеца оно будет учтено при подсчете итогов, чтобы тебе не было обидно. Максимальное достигнутое звание — безумный фанатик.
Экзамен сдан. На самом деле тебе предстоит заниматься как раз такой работой. Молодец. Робот и мальчик, не столь очевидно, что ведомо тебе больше жалость к людям или пофигизм. Не отправив киборга-убийцу за Джоном, ты стал причиной временной петли и бесконечного множества смертей. Это плохо скажется на объеме работ жнецов. Дружище Иисус, надеюсь, жнец ты отправил Иисуса в рай не потому, что посчитал вас настоящими друзьями. Тем не менее, хороший поступок. Бабуля, ты любишь котиков, смерть любит котиков. Общий интерес с начальством всегда хорош. Хорошо. Судьба. Значит, ты смел и не боишься предложений судьбы и жнец. Похвально, хоть и безрассудно. Б+. Оценочка. Некоторые миссии я немножечко переиграл там. На А оценочку, на всякие там Бшные оценочки. Даже А+ были. Но это в самом начале. Над игрой работали. Азамат Загё. Владимир Иванов. Антон Брежнев. Билли Флатас. Кирилл Вольфок. Максим Ильинский. Полина. До встречи, жнец. Нажми и играй. Ну, вот такая вот игруха. И в нее вы можете дальше продолжать играть. Там будут, вы будете зарабатывать очки. На этом все не заканчивается. То есть это был такой стажер, ваша стажировка. Дальше будет уже игра, как настоящая работа. Поэтому всем спасибо. Пока-пока.